not to confuse people. А теперь, для чего Будда передал четыре философских буддийских воззрения? Не для того, чтобы запутать людей. Пинанда? Okay. Yes, Nanda. People enough confused. Why Buddha give four different philosophies make more confused? Люди достаточно пребывают в таком запутанном состоянии, в заблуждении. Зачем же передавать им четыре философских воззрения, чтобы создать еще больше запутанности? Yes, Nanda. So, when Buddha keep teaching, there is so many different level of people, so many different disposition. Когда Будда передавал учение, среди его учеников было множество людей различного уровня и с различными склонностями. Okay. So that's where those who are ready for lower philosophy view, then first give lower philosophy view. Кто среди учеников был готов к получению низшего философского воззрения, для них Будда в первую очередь передал низшее философское воззрение. Okay. So, first with the doctrine at the beginning, teach as a, there is a truly existent. Первый поворот колеса учения, в нем излагается такое учение, как будто бы существует само бытие.